Наш микрорайон изменился. Такими словами встретили главу города представители совета ТОС за вокзальной. Улицы стали чище и благоустроеннее. Часть домов отремонтирована за бюджетные деньги. Муниципалитет помог и собственникам дома номер 40 по улице Чебрикова с восстановлением после пожара. Общежитие стало даже лучше, чем до ЧП, но недоделки все-таки остались. Глава города пообещал решить проблемы и пригласил всех ответственных за ремонт дома на беседу к себе в кабинет. Улучшилась ситуация и в торговой сфере микрорайона. Говорили и о продовольственной ярмарке. Привоз вновь будет функционировать на новом месте, там, где никому не будет мешать. У нас будет привоз, но он один. Это в районе Мацестинского вокзала. Привоз. Но это что значит привоз? В полном понимании этого слова. Привоз. Приехали на машинах товаропроизводители из Кубани и из Сочи. Открыли машины, продали. И стимул так. Приехали в субботу продаем, в воскресенье надо уезжать. Чтобы уехать в воскресенье и продать, людям нужно сбрасывать цены. Это товаропроизводители только могут делать. На эту ярмарку, пообещал глава города, из всех районов будет ходить общественный транспорт. Автомобилисты отмечают, ситуация на дорогах в завокзальном микрорайоне значительно улучшилась. Но в утренние часы бывают заторы при въезде на улицу Горького. Местные жители считают, что от пробки избавиться можно. Необходимо запретить несанкционированные парковки. Глава города пообещал в ближайшее время рассмотреть эту проблему на комиссии по безопасности дорожного движения. Также сочинцы интересовались федеральной программой по переселению из ветхого и аварийного жилых фондов. Которые вошли, мы все их переселим. И у нас где-то до конца 2016 года мы как раз переселим всех, которые вошли в эту программу. 220 квартир мы сейчас только предоставили. Их переселяют только людей. То есть им предоставили, а в течение года они переселяются. 220 в этом году. На следующий год мы сейчас приобретаем 116 квартир. Те аварийные дома, которые не вошли в эту программу, по словам главы города, будут включены в следующую. Она стартует в 2017 году. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.